Я перфекционист, и я люблю, чтобы у меня всегда было все свое, чтобы мы доводили все до идеала и до совершенства, и как-то мне комфортно работать с теми людьми, работу которых я знаю. С Игорем Гуляевым я работаю очень давно, я работаю уже на протяжении 16 сезонов, вот это 8 лет Игоря, я очень хорошо знаю, именно поэтому все достаточно просто, понятно, четко, так как нужно, профессионально. Вы знаете, у меня всегда один кастинг. Я всегда говорю, женщина должна быть сексуальной, у женщины должно быть тело, у женщины должна быть грудь, и у женщины должен быть влюбленный взгляд. Всегда есть красивое кружево, красивые платья, красивые меха. У него всегда такая приятная, стабильная, хорошая как бы удовлетворенность и от его показов, и от его работы. И сам он очень приятный человек, с ним всегда очень приятно работать, в том смысле, что у него все четко организовано достаточно. Даже если я, допустим, не буду работать, мне кажется, что это один из немногих людей, к которым я могу прийти в гости. Я имею роскошную коллекцию, я имею роскошных моделей, именно поэтому очень люблю заигрывать с публикой. Мне есть что показывать, поэтому ничего сложного не будет. И действительно, никакого концепта. Самый мой главный концепт – это фэшн-шоу. Для моего бренда это главный девиз – делать одежду ту, которая украшает женщину в любое время года. Зима это или лето. Женщина всегда должна выглядеть экстравагантно, всегда должна быть элегантной, всегда должна одеваться не вычурно, не вульгарно, а достойно, дорого. Дорого даже не в ценовой категории, а дорого по подаче, по умению нести себя по жизни. Наслаждайтесь модой, не следуйте ей слепо, выбирайте правильные ориентиры, будьте красивыми, здоровыми и умными желательно. Самое главное – это получать удовольствие от жизни. Получать удовольствие каждую секунду, минуту, каждый час и каждый день. Мы рождены на этот свет, чтобы получать удовольствие. Так вот, вы знаете, наверное, самое большое удовольствие вы обязаны получать тогда, когда смотрите на себя в зеркало. Чтобы вас любили и чтобы эта любовь всегда была взаимной.
забудьте подписаться на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.